Мир – это наше зеркало. У нас есть два зеркала реальности. Это внутреннее и внешнее. И для того, чтобы получить то, что мы хотим, нам изначально нужно это представить. Представить в нашем внутреннем зеркале. А затем это отобразится в нашей реальности. Все это происходит благодаря нашим с вами мыслям. Поэтому если наши мысли постоянно крутятся вокруг негатива, негативных событий, негативных людей, новостей и так далее, мы можем легко попасть в ловушку зеркал, в зеркало. Если мы каждый день думаем о негативе, посылаем данные сигналы во внешнее зеркало, то оно, как послушный наш друг с вами, просто выполняет данный приказ и реализует весь негатив в нашей жизни. Поэтому давайте думать не о том, чего мы не хотим, а о том, что мы хотим. О том, что мы хотим привлечь в свою жизнь. Вот как-то так. Кто читал Зеланда, тот меня поймет. А кто не поймет, тот не поймет. Всем хорошего дня!